Николай Николаевич из Ужгорода спрашивает, а как учитель исполняет желание ученика? И наоборот. Учитель включает в себя желание ученика, как свою составную часть, и таким образом он... включается в ученика и производит в нем всю ту работу, которую надо ему произвести, оставляя ученику то, что ученик со своей свободой воли должен докончить. Так что тут контакт очень серьезный. Учитель как бы находится внутри ученика и подкручивает там всякие установки. То, что должен делать свыше, исходя из его гальгальтайнаем. А уже ученик должен закончить свою часть работы. Ну вот, Женя, это касается всех учеников, это касается всех вас. Если вы будете связаны со мной и между собой, вы будете так ощущать, что мы вместе работаем.